Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами Xiaomi 11T Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять скорость таймлапса на данном устройстве. Для этого мы открываем нашу камеру. В камере пролистываем до пункта «Еще» или свайпаем вот так вот вверх, если у вас управление жестами. Нажимаем на таймлапс. Дальше слева снизу нажимаем на вот такие вот будто бы часики. И здесь можем выбрать скорость таймлапса от 4 до 1008 раз ускорения. 1800, извиняюсь. Больше видео о данном девайсе вы можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и всего доброго. До свидания!